Да, это Николай. Мужик сидит на лавке в костюме, курит. Мужик на лавке курит в костюме. Будешь присоединяться, погуляешься. Ну что, Толик, помахал мне там? Нет, меня не учили. Меня просто... Наверное, на мечах он что-то делает. Так он типа это самое, показывает удары. Ну да, как двигаться. Да, через одну. Он такую культуру представляет. Кто его знает. Шашки казачьи. Нет, там же было что-то казачье, что-то там с казаками. Ну что, пойдем дальше. Итак, участники у нас собрались вокруг судьи состязаний и руководителя конной программы Дмитрия Савченко, который у нас в агентстве отвечает за конную часть. Он сам знатный реконструктор именно кавалерии на все эпохи, начиная от Древней Руси и заканчивая кавалерией РСФА во время Великой Отечественной войны. Но здесь у нас на фестивале он выступает пешком, потому что очень много административного труда, очень много труда по подготовке, по организации. И во время самой игры он будет выполнять важную роль судьи. До
сейчас Дмитрий доносит до участников правила, повторяет их, чтобы все убедились, чтобы все эти правила понимали одинаково, поскольку понятно, что это игра народная, жестких правил, за которыми следит целая ассоциация, здесь нету. Поэтому на разных фестивалях они могут немножко отличаться. Но сейчас вот тот проговаривает для участников все то, что я вкратце рассказал зрителям. Бурную радость выражает клуб из Пензы, который является костяком одной из команд. Сыгранная команда, у них большие шансы на победу благодаря этому, потому что они у себя в городе имеют возможность тренироваться друг с другом и оттачивать навыки. Конечно, команде, собранной в пору по Косинке, будет противостоять им трудно. Но посмотрим, сейчас проведем раунд другой, потом возможность перетасуют команды. С другой стороны, зрителям, я думаю, будет очень интересно посмотреть именно на хорошую командную игру. Итак, бойцы занимают исходные позиции за воротами с каждой стороны. В начале игры все, кроме капитанов, точнее все находятся в начале игры за воротами, и по сигналу судьи выскакивают вперед капитаны команд, их задача начать поворотку за снаряд, который называется УАЗ. Тот самый козел. А раньше играли действительно связанным козлом или кучей козла. Но потом постепенно по мере развития гуманизма и гуманного отношения к животным козла заменили на более подходящий для этого случая снаряд. С другой стороны, раньше, когда в эту игру играли в средневековье, заплаченного козла можно было съесть. Собственно, я думаю, что так эта игра и образовалась. Две команды налетчики показались у какого-то очень тощего стада, который надо угнать, ну и слезнулись друг с другом.
а потом постепенно стали проводить это как спортивные состязания. Ну да. Ну уже почти 10 минут, а еще ничего не началось. Потому что ты зря начинаешь сейчас снимать. Надо было начинать, когда они уже начнут игру, а ты с самого начала начинаешь. Они, может, еще у меня полчаса. А я тем временем объявляю, что турнир «Мастер Копья» будет по Уварянской Слободы через 10 минут. Через 10 минут турнир «Мастер Копья» у Уварянской Слободы. А у нас начинается соревнование тех первых. Вот первая попытка поднять УАЗ, пока неудачно. УАЗ поднят, можно атаковать. Вот пробиться через строй противника не удалось, остановили. Продавил. Продавил, забросил. Это похоже на футбол. Напоминаю, что можно атаковать противника, можно атаковать его копчой. Активнее двигайтесь, можно сбивать противника с траектории своей лошади, то есть подставлять его на пути, заставлять его отбегать. Как видите, плотной жесткой обороной, прям совсем рядом с воротами, остановить всадника очень трудно. Даже если самого его заблокировали, но сделали это слишком близко, и он сумел забросить у вас в ворота противника. Первое очко зарабатывает команда по левую руку от меня. Ага. Да, она замерзла, у нее ноги промокли. Мешает то, что влажный грунт, он скользкий, лошади поэтому берегутся и стараются не очень уверенно себя чувствовать, когда всадник нагибается вниз, это и смещает центр тяжести. И вы видите, что подвигая свою лошадь, можно заставить отпрянуть лошадь противника, помешать ему таким образом. Тем временем команды ждут. Ну, почти, но вы даете соперника поднять и можно атаковать. Давай, а там лошадь поднят. У вас поднят. И пошел широкий маневр. Вот. Старается растянуть противника, но они отрезали атаку. Пошли в ход плети. На пути славы нужно претерпевать, забросить нужно именно со стороны поля, не сзади, спереди нужно забросить ворота, поэтому нельзя просто объехать ворота, заехать сзади, нет, только спереди. Ворота повалены, Дима, поправь. Ворота поправлены, борьба продолжается, вот стараются отнять УАЗ. Отняли! Юрий Попунов идет в атаку. Проскакал ворота. 2-0. 2-0, аплодисменты. Юрий очень опытный всадник, выступает на своем коне, которого сам подготовил. Конь Кайзер. Конечно, свой конь тоже. Сейчас поднимать может любой, но атаковать его в этот момент нельзя. Зато можно атаковать всех остальных. В
затолкали просто такие, на руках занесли и по головам передали, невзирая на травку. Молодцы, отличная игра. Обратите внимание, как грамотно тактически действуют и блокируют противника, прикрывают своего капитана, человека, который несет улак. Я вижу, что Дмитрий собирает бойцы, подъедьте к Дмитрию Савченко, подъедьте к судье. Предсказуемо, одна из сторон, у которой костяк команды очень хорошо сыгранный, одна из сторон оторвалась вперед, продемонстрировала такое заметное преимущество, и Дмитрий решил перестраховать команды, поскольку здесь речь не идет о том, кто сильнее, речь идет о том, чтобы получать максимум удовольствия от процесса, сделать его максимально интересным и азартным. Так что участники сейчас поменяются для того, чтобы подравнять силы, для того, чтобы победа стала слаще, более трудной и поэтому более заслуженной, более товарищем от команды, и мы готовы продолжать. Поехали! Прикольная такая штука. Типа, ну да, сама из бочки что ли сделана. Как так, по принципу бочки. А вот прежде чем начать бороться за улак, для того, чтобы его поднять, нужно оттеснить противника, это не всегда удается. Здесь тоже такая тактическая борьба. Хорошая попытка, но не удалось, не удалось протащить. А вот у Евгения была возможность, но он не успел ей воспользоваться, конь заткнулся. Улак поднят, можно атаковать. Пошли под плечи. Идет там настоящая борьба, похожая на регби. Вот, вынесли, дали пас. Попытка атаки, однако оттеснили всадника Улаков. Не дали ему подойти к воротам. Опять мешает ему. Но он, тем не менее, продавливает. Отняли Улак и контратака. Стремительная здесь на скорости, можно попробовать прорваться. Вы видите, что всадника Сулаков оттесняет на наружный круг, он, понятно, длиннее. И поэтому не удается прорваться вперед. А товарищи не успели защитить. Идет борьба за Улак. Те, кто борется, вцепились в него, не могут защищаться. Они претерпевают удары плетью, тем не менее продолжают борьбу. Давайте поаплодируем, какой накал страстей. Борьба продолжается. Вот удалось вынести перед воротами и пытаются сейчас занести в них. Оттесняют, заблокировали. И через верх. Есть гол. Нет гола, остановили. Там просто топтали ворота, поэтому нужно остановить игру. Сейчас даже если Улак поднимут, его некуда заносить, одна из команд у них преимущество большое, поэтому на их сходные расходятся. И в этом раунде не получилось, победитель был прерван, сейчас мы продолжим начало. Команды с поля. Поле. Поскольку этот раунд был прерван, это не новый, команды могут оставаться в поле. Борьба за Улак. Улак подняли, потом всадника уронили.
очень плотно встали, не дают друг другу дотянуться, не дают свеситься с седла, нам буквально негде. Давайте, давайте, развлекайте друг друга, развлекайте противников. Подняли. Подняли, сразу борьба, активная борьба, удалось вырвать. Идет борьба, Улак обвязан веревками, держится за него очень крепко, не взирая на град ударов плетьми. Давай. Тут, конечно, опасно. Ушли за ворота, борьба продолжается. Не удается уйти в отрыв, очень много всадников, они блокируют друг друга. Вот не дал оторваться. Очень крепко приходится бороться и крепко сидеть в седле, потому что всадник, Лобове, который уже набрал скорость, большую инерцию имеет. Есть, удалось оторваться, товарищи прикрывают. И победный гол. Прикрыли товарищи от соперников, не дали заблокировать, не дали остановить, и удалось занести Улак в ворота соперника Алексея. Игровой жребий Алексеев привел в команду, где в основном его бывшие соперники. Теперь он также азартно и также успешно борется со своими товарищами по клубу и, как видите, показывает им образцы мастерства. Не зря.